Гнезда нету. Помните, они ж вчера упали. Я не смог всех словить. Спать не кашляет. Пока не слышу. Так, надо мне. Так, пока вот так. Сейчас. Ну давайте вас отпустим. Это. Снежка, пойдем. Куколька. О, Симба пришел. Привет, красавчик. Привет, красавчик. Ну иди. Вот так. Да, малыш, я скользкий. Пойдем. Снежка, спать, что, нормально? Красавчик. Умничка, умничка. Ай, вот ты мне прям нравишься спать. Ты прям сияешь. Давайте, Снежка, всю ночь не ходила, в туалет вспомнила, подумала. Она пошла там ловит. Кавер, да. Ну, короче, животный мир. Этот кузнечик к волкам полетел. Это думает идти, не идти. Пойди. Юх, мам. Так, мячик тащит мне поиграть. Короче, ребят, выглядит он отлично. Единственное, вот эти болячки его не украшают особо. А так, четко. Спайк, иди сюда. Спайк. Кстати, ребят, ни разу не закашлял с утра. Ни разу, хотя он должен был. Ну, по идее, да? Кярка. Давайте, Валер. Очередь волков. Умнички мои, умнички. Он уже мне принес к ногам, типа, давай играться. Знаете, как пушится. Чумачечек наших отпустим. А Яврик пролил всю воду, все ведра. Вот сейчас он нервничал и всю воду пролил. Перевернулся ведра. Мать моя, что творить? Так, воду спускаем сегодня, меняем воду. Уже спусти. Да чего же смешно этот колобок. Да. Типа, выходи, будем догонялки играть. Луна, ну нафига ты оттуда вопьешь? Она прячется от них. О, блин. А графа-то он боится. Колобок. Обошел такой стосарный атаков. Вот. Все видит, всех замечает колобок. Смотрите, смотрите. Сейчас до графа не пойдет до нас, видите? Подальше обходит их вообще. Все, за ногу. Что-то он злой. Он волков просто любит воспитывать. Ой, ребят. Охренеть, она бегает. Все. Она в домике. Мусор, ты че? А Яврик купается, потому что нечего бегать по жаре этой носиться. Колобок, а че он хочет, да? Тренировка у него утренняя. Чудо, это чудо. Как он лапки расставил. Думал, уже нервничает.
Торпеда наша. Луна, не грызи, все ломаешь мне. Колобок, что она? Не хочет? Давай заставь. Луна, ну что ты? Луна, уйди отсюда. Ужас, уйди. Только не на меня, а то колобок сейчас нападет. Колобок, ты сам чуть не упал. И Луна, главное, видите, его любит, не ругается сильно на него. Что там происходит, да? Ой, приколы, ой, приколы. Так, ну все, ладно, надо выключать. Странно, волки исчезли с колобком. Так что там кошки делают? А яврик, Луна! Мне чуть есть страх, что они могут к соседу перебраться. Вон там яврик пытался копать. Только вот здесь я сижу. Сейчас лежу. Смотри, никого, ни одной души. Чудо. А яврик, Луна! Слушайте, исчезли волки и колобок. А яврик, Луна, колобок! Неужели они подкоп сделали? Смотрите, нигде я не вижу. Блин, холма. А ну-ка по камерам гляну, странно. А яврик, Луна, колобок! Пойдемте гулять, пойдем. Не шорох. А ну-ка сейчас на веранду. Ой, попробую выйти типа куда мы. Охренеть, вообще никого нет. А яврик, Лунка, колобок, пойдемте, пойдем. Моя надежда, что они там. Под вагончик. Ну как-то вообще. Пойдем, пойдем, пойдем. Ёб твою мать. А яврик, Луна. Ёб твою мать. Охренеть. Ах. Я ж вчера за фонариком побежал. Ёб твою мать. А яврик. Луна. Хорошо это. Вот вам и прикол. Ай, молодцы. Охренеть. Все, все, не подходите. А, уйдите, уйдите. Я как понял, что что-то их нету явно. Ребят. Я отвечу. Хорошо, я там вчера дверь закрыл. Я аж ночью пошел, когда звуки собачьи слышны были. И думаю, блин, фонарик херовый, думаю, надо пойти нормально взять, дома есть. И пошел, прикрыл дверь, охренеть, и так и не закрыл. И видите, она так еще закрылась, как будто ворота были закрыты, пока близко не подошел. Вот это вам. Фух, блин. Поэтому пусть мои лучше будут добренькими. Вот так все в жизни бывает. Не дай бог выскочат. Я знаю просто истории. Думаю, вы слышали, когда волкособы убегали, добегали до первой деревни и убивали ребенка. Лучше пусть мои будут добренькие. Охренеть. Хорошо, что я сюда подошел. Молодцы, пойдемте, пойдемте.
замучились. Они бегали немало. Кайф здесь много. Колобок вообще похудел. А я говорю, как будто вот их нету во дворе, прям странно. Офигеть, вы меня напугали. Вот вам и разгадка. А? Все, все, а Яврик погулял. Ты что, хозяин стал самостоятельный волчар. Пойдемте, пойдем, колобочек, пойдемте. Давайте, давайте, вали. Тихо, спокойно. А представляете, если бы я бы уехал сейчас машину отдавать? И капец был. Тихо. Тихо, не прыгать надо. Да тише. Граф, эмоции сдержу. Нет, нет. Вот они бы по-любому, если бы меня не было, да, полчаса еще. Они по-любому уже начали бы думать, как выйти с этой зоны. А там, и они бы по-любому вышли бы, короче, куда-нибудь и пошли бы гулять. Или в лес, или по хутору. Потом их намного тяжелее домой завести бы. В смысле, они пока изучают все тут, бегали бы, курей бы гасили. Все, молодцы, все. Молодцы. Ты что подбухкиваешь? Как не договаривались. Вот такая карусель. А посмотрите, их не побег. Кто вообще первый туда намылился? Тихо, тихо, тихо. Молодцы. Да. Красавчик.
Рассказываю про ОСУ, он говорит, ты же говорил, они мирные у нас. Было время мира. Все, сейчас Третья мировая пошла. Ребят, кошечка, смотрите, идет. Вот что они с утра от меня хотят, ребят? Какие размеры? Пойдем, Рад. 90-60 на 90. Не, серьезно. Сейчас по-братски дайте. Волки убежали, прикол, туда бегали. Куда? Я вчера забыл, вчера звуки были, как будто кто-то собаку убивает там. Я пошел с фонарем, а фонарь еле светит, ни хера не вижу. Решил вернуться за нормальным фонарем, что-то звуки утихли, а дверь просто прикрыл. И сегодня их нету, бля, оказывается, убежали. Так. Ребят, вот худая, ну капец, ну вот что с ней делать, а? Артур, забери. Симба, хватит уже. Симба двоих не выдержит. Блин, ребят, ну глаз приоткрыты, но все равно гноится, надо хлоргексидином. Сейчас машину отдам, приеду, хлоргексидином обработаю. Сейчас а у меня кушать ей нечего, да. Закончилось кошкам последнее дал. Сейчас привезу тебя, подожди. Последняя партия, я еду. Тихо. Машину на ремонт надо отвезти. Все, на. А вон я. Все, довольный, Кинька умный. Все, не лезь до него, а то жарко. Ай, красавчик. Вот он, деликатес, Мадзум. По-домашнему. Так, будем обновлять наш проектик. Дорабатывать. Ребят, сахаром. Я люблю сахаром. Хлеб, сахар, Мадзум. Бомба просто. И еще Мадзум водой слегка, вот, ну, процентов 15-20 добавляю воды в Мадзум. Тогда более приятный вкус. Да-да, набираем. Ребят, два наших загоральщика. Один на ковре на солнце, другая на шибе. Ну, правильно, а губ только заговорит, все. Движуха начинается, движение. Короче, ребят, скоро будет контент. Если у меня время будет, рыбку сюда запущу и посмотрим на реакцию каждого. Чё они сморозят. Я не знаю, это утром, наверное, надо делать, чтобы сюда солнце попадало хорошенько. Короче, я мою, он пришел прям под эту, встал. Сейчас пришел, а я любит купаться, пацан. Короче, с самого начала, вот. Пацаны ругаются, говорят, ты с блокнотом, мы уже знаем, что ты что-то опять придумал новое. Кстати, да, еще лучше придумал. Это страшно. Он правильно от этих? Да, сейчас. Пришла, ребята, а я как раз кушать купил, сейчас пойду и принесу мясо. И она с нами зависает здесь очень. Зависает, да? Да. Под чем? Под этим? Да. Зависает. Вот так вот мы ловили их в детстве. А бочка это была банка. Блин, левая рука неудобно. Сейчас правой словлю. Паркуйся давай. Так, ребят, взяли покушать кошечки. Сейчас глаз обработаем, швы тоже обработаем. Так, ну пусть поест, смотрите, четко сейчас. Отлично, ребята, отлично все. Глазик только обработались. Оргексидин. Да? Все, хорошо. Симба тут пришел. Артур, как вентиляция твоя? Нормально? Все, отлично. Да. А что, если одежду жалко, она царапать рвется моментально. Да, я прикрылся. Лучше дорвать на этих ригелях, уже потом вытянул, да. Все. Иди сюда, малышки. Иди сюда. Что, машина уже выехала, обед, да, Калюк? Да, я обработаю. Подожди. Я ж тебе помогаю. Ёб макро, подожди.
Да подожди, я ж помогать тебе хочу. Ну, стой. Ну, стой. Не привыкший. А чего у него за шрам, Глоб? Шрам? А это я же это делаю. Тихо-тихо. Не леща это? Нет. Нет, наверное, это делали. Стерилизовали, да? Да. Да, я еще возил на стерилизацию. Подожди, кошечка. Подожди. Так ты знаком с ней? Да. Я думал, ты первый раз ее видишь. Дети от кого думаешь? Сейчас, смотри, вот аккуратно так садись. Да? Посмотри назад. Назад посмотри, что торчит. Да. Вот как бы и сделать вид, что мы не видели, тоже не сможем, потому что видим, видно все. Ну типа пиздец, ты сел, а мы как будто наши, ох, ебать, и отвернуться, как бы сказать, что видели тоже это пиздец. Как мы не заметили. А увидеть и не сказать ничего, как будто так и должно быть, тоже не вариант. Ну подожди, дай обработать, да. Да подожди. Кусок мяса в рот и запихай, и делай. Смотри, она даже меня не царапает. Молодец. Молодец, хороший. Подожди, подожди. Ну. Я аж обрабатываю. Молодец, сумочка. Бля, умная такая, Кир. Смотри, как мы ровно выставили от того лиги. Уровень. В ноль. С бетоном в ноль. Подожди, последний раз. Последний. Да, подожди. Подожди, последний раз. Ну подожди, говорю. Это сейчас довяжем, Коль. Молодец. Нагнем квадраты. И этот. Восьмерку довяжем. Ну. Короче, ребят, сколько смог убрал? О, смотрите, на мордочку. Ну подожди, да, покажи. Ну короче, глаз уже, глаз он чистый, видите? Молодец. Ребят, все снимаю, приятного аппетита. Гера с Обширонска. Короче, глазик он. Я вон кинул, оно даже не заметило. Все, начнем шабашку. Да. Завтра два ригеля довяжем. Довяжем? О, увидел. Домой? Молодец. Не, пойдешь, как хочешь довязать? Хочешь довяжем? Симба чисто жиган такой. Везде, на стройках, на движухе. Нет, нельзя. Так, уйди. Ну куда ты, Валер, писи? Короче, ребят, машину ж отдал под жиры сегодня. Сегодня звонят, квадрик уже готов. И вот Юрчик опять выручает. Да вот так поставь. Так что сейчас квадрик придет, бензина подготавливаем, бензинчика. Юрчик приехал, полтора месяца его не было. Работал, говорит, все, могу малько выкупить теперь. Красавчик. Ребят, Луна вспомнила. Прикол подходит. Пойдем, иди так посмотри. Короче, она к нему сзади подходит. Помните, когда Юрчик убирался, она всегда рядом с ним крутилась. Видал, вспомнила тебя, Юрчик. Да. А я в ригазу. Смотрите. Офигеть, ты ее даже погладить можешь. Попробуй погладить Луну, поверни. Лун, иди сюда. Офигеть, ребят. Да ты умничка. Поговори, говори с ней, гладь. Видали, ребят, это первый человек, кому она подходит сама. Помнит его все-таки с детства. Лун, иди сюда. Ладно, пойдем. Пойду Юрочку стройку покажу. Я удивился, что Луна так близко подходит. Нельзя колбак. Нет, нет, нет. Проходи. Все, молодцы.
Ух, стройка века. Кошка там бегает, ну пипец, по-моему, ей будет. Приехал, приехал, ребят. Потом пиздёк начинается, блядь. Да, ты его мне не делаешь, ты ломаешь, чтобы потом опять забрать его. Да я прикал. Все, пиздарики. Ты договорился, блядь. Так, все, сейчас посмотрим, что из него излепили. Всю новую проводку, да? Что мы сделали? Скажи хоть. Проводку, не буду говорить. Короче, всю проводку сделали, ребят, новую, с другого квадрика. Ну, так смотришь, как будто такой новенький стал. Короче, ребят, продаю, мне на плиту деньги нужны. Пишите. Как часики, да? На этого мышонка посмотрите. На эту мышоночку посмотрите. Красавец. Граф, да чего ж ты смешно пёс? Да чего ж ты? В натуре смешно. Граф, граф, нет, нет, малыш. Я тебя снизу погладить могу. Он очень смешно. Сейчас, пока на меня смотрел до камеры, как я включил, голову ударился, бедно. Засмотрелся на меня. Хороший пёс. Добрый пёс просто. Просто. Всё, ладно. Пошёл мяч. Вспомнил, что мяч не у него во рту. Как это так, да? А тут кими ему мешает. Капец. Он, бедный, еле дышит от него. Да, тихо. Молодцы. 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 Все, все. 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 Ребят, я вам скажу, сейчас Спайк всем фору даст. Он прям живчик. Ингаляции не делаем. Попробуем посмотреть, как без ингаляции. Короче, все классно. Ну, он так, слегка вот так иногда подбухивает. К вечеру. Но уже не так сильно. Посмотрим, на лекарствах вывезем. Чтобы без гормонов проверить. Если будет вот так периодически кашлять, я по-любому ему сделаю. Но я надеюсь, он просто редко так делает, поэтому я не хочу пичкать его. Ребят, вот сейчас на ночь дал Спайку только что таблетки после того, как он поел. И вообще не кашляет. Ингаляции не делаю. Как бы все спокойно, все хорошо. Ну, в любом случае, дальше будем все смотреть. Никто ничего не забыл. Все хорошо. Красавица моя. Ты снова линяешь, да? Чё ты мой живот толкаешь? Я здесь. Поэтому, ребят, как бы в любом случае улучшение есть. Смотрите, виляет хвостом, увидел. А Яврика. Они все сейчас поели. Желудки набили. Молодцы, молодцы. Умнички. Все, ладно, отдыхать. Сейчас волкам дам погулять часик. И на ночь уже отпущу кошаков, дверь открою, чтобы дом дышал до утра. Все, ребятки, так-то так. Доброй ночи всем. Молодцы.